Согласно последним данным, объем продаж водки в марте вырос на 40%. Можно сказать, символические 40%. Но объясняется это возросшей потребностью дезинфекции. Однако не секрет, что многие предпочитают дезинфицировать себя в сложные времена изнутри. И у нас на связи по скайпу психолог Михаил Беляев, с которым мы обсудим тему бытового пьянства. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что показывает ваш опыт? Действительно приходится сталкиваться с тем, что вот в такие сложные кризисные времена люди ищут утешение на дне стакана? Безусловно, есть те люди, которые признались, что они стали больше употреблять, но среди моих клиентов все-таки люди стали меньше употреблять алкоголь. Я хочу сразу оговориться, все-таки ко мне люди ходят на постоянной основе, соответственно, у них уже сформировались какие-то методы психологической защиты, в связи с этой кризисной ситуацией. Но на самом деле я заметил слегка другую тенденцию. Люди стали более тревожными. И у них возникает три самых таких главных вопроса в связи с кризисом, связанных с коронавирусом. Это что будет дальше, как долго это продлится, и справлюсь ли я с этой ситуацией, если этот коронавирус и эти ограничения будут еще пару месяцев. Но ведь известно, что когда человек испытывает и тревогу, то он пытается найти какие-то способы заглушить эту тревогу. И вот как раз алкоголь является одним из способов, к сожалению, когда люди действительно покупают больше алкоголя. Ну и многие отмечают, что люди стали находиться больше дома, поэтому, скажем, если раньше мужчина по пятницам выпивал пиво после рабочей недели, то теперь он находится на самоизоляции и пиво пьет каждый вечер. Вот насколько это может способствовать развитию зависимости, например? На самом деле, когда человек находится в стрессе, вырабатывается такой нейрогормон, как кортизол. Человек становится тревожным, и у него возникает желание как-то забыться или не думать о проблемах. Но на самом деле, на таком периоде очень важно для организма, чтобы он, собственно говоря, пытался как-то справиться со стрессом, не используя какие-то стимулянты или алкоголь, чтобы себя как-то чувствовать лучше. И в том смысле, если человек постоянно употребляет алкоголь, то потихонечку начинает возникать зависимость, поскольку человек не может уже как-то сам успокоиться. Ему нужен какой-то фактор, который его успокоит, собственно говоря, алкоголь. Поэтому это может привести и к злоупотреблению, и к зависимости. Но обязательно ли это приводит к злоупотреблению и зависимости? Потому что ведь многие считают, как? Я каждый вечер выпиваю бокал вина. Ну, может быть, два бокала. И ничего страшного, я ж не алкоголик. Я могу в любой момент от этого отказаться. Вот обязательно ли бытовое пьянство перерастет в алкоголизм? Если у человека еще какие-то проблемы с физическим здоровьем, с психологическим здоровьем, нет какой-то поддержки, то рано или поздно это может привести к злоупотреблению и к зависимости. Также многое зависит от того, насколько, как часто человек употребляет алкоголь и как много времени человек этому уделяет. Это может привести к зависимости, поскольку здесь не важно, что человек употребляет пиво или водку, это все тем или иным способом влияет на центральную нервную систему человека. Ну вот, чтобы было проще понять, где проходит та грань, когда мы должны задуматься о том, что вот мы, наверное, слишком злоупотребляем алкоголем. Потому что все-таки многие люди так или иначе выпивают. Вот когда они должны понять, что это уже пора прекратить делать? Есть определенная норма, это две бутылки вина для мужчины и одна бутылка вина для женщины раз в неделю. Разница между употреблением должна быть 3 дня. Но стоит также понимать то, что очень многие люди считают то, что на самом деле алкоголь даже помогает им как-то повлиять на свою иммунную систему, чтобы справиться с этим, с коронавирусом. Но это просто миф. На самом деле иммунная система человека скорее снижается, если человек постоянно употребляет алкоголь. Более того, могут возникнуть какие-то проблемы и с дыхательной системой, и с давлением. То есть лучше избежать лишних рисков.
А если провести какие-то параллели между женщинами и мужчинами, очень часто приходится услышать расхожую фразу о том, что женский алкоголизм неизлечим. С другой стороны, вот в период кризиса, наверное, именно на мужчину больше ложится вот этот груз ответственности за семью, за обеспечение своих близких достатком и так далее. Вот что вы по этому поводу скажете? Ну, на самом деле, исследования, которые были проведены и опубликованы в журнале биологической психиатрии, показали то, что у мужчин больше выделяется такого нейрогормона, как дофамина, когда они употребляют алкоголь. Следовательно, у них больше предрасположенность к возникновению зависимости. То есть не столько такие бытовые факторы влияют на человека, сколько все-таки нейрохимические. Но на самом деле очень важно в этой ситуации поддержка со стороны близких людей, и чтобы человек каким-то образом не пытался, опять же, забыться, не думать об этой проблеме, которая у него возникла, а пытался как-то, может быть, перенаправить свое внимание на какие-то другие вещи. То есть, например, в тот период самоизоляции, если человек совсем одинокий, можно как-то заняться саморазвитием. Или, например, если это семейный человек, как-то больше времени уделить своей семье. Вы сказали, что те клиенты, которые ходят к вам на постоянной основе, уже имеют какие-то способы защиты от того уровня тревожности, который наступил в связи с коронавирусом. Поделитесь, какие методы они используют, чем можно заменить, скажем, тот же самый алкоголь на какие-то альтернативные способы, чтобы справиться со своей тревожностью? Ну, я, например, слышал то, что некоторые клиенты даже занимаются спортом, и есть, они делают это через Skype. Я, конечно, это не очень представляю, но такой опыт тоже есть. На самом деле, кто-то начинает изучать язык, который он раньше не изучал. Люди стараются как-то больше общаться друг с другом. У некоторых появляется как раз возможность отдохнуть, кто-то пытается выспаться. Но на самом деле, если человек находится в постоянном контакте с другим человеком, и его кто-то поддерживает, это помогает ему справляться с таким постоянным стрессом. Спасибо. У нас на связи был психолог Михаил Беляев. И только пожелать хочется в завершении интервью, чтобы все справлялись.